Всем привет, я Даша, и сегодня я вам расскажу о совершенно изумительной книге автора Лизы Си. В одном переводе эта книга называется «Пионовая беседка», а во втором «Влюбленный пион». Совершенно потрясающая книга. Прочитала я ее где-то неделю назад и до сих пор нахожусь просто под глубочайшим впечатлением. Неважно, что происходит. Похолодало на улице. Увидела трогательную сцену, любовную, какую-то романтичную в фильме. Я не знаю, даже кто-то упомянул родословную или как-то вот, или восточные страны. Я сразу вспоминаю пион. То есть до такой степени мои струны души задела эта книга, что я уже неделю хожу под глубочайшим впечатлением, я продолжаю дышать этой книгой. Продолжаю ею жить, нахожусь под самым глубоким впечатлением. И это что-то совершенно потрясающее. Действие происходит в древнем Китае, ну не совсем в древнем, 17 век, с девушкой, которую выдают замуж по договоренности, и незадолго до этого она, ну, в тот вечер, когда должны были объявить имя ее будущего мужа, она встречает совершенно случайно в беседке мужчину. Это был ее день рождения, встреча была такая роковая, они сразу почувствовали привязанность друг к другу, и а что было дальше, я вам не скажу. Единственное, скажу, что это очень необычный роман. Я таких не читала уже лет несколько. Я даже замахнусь, пожалуй, на десятилетие. Я сейчас немножко, наверное, может быть, это хвалебно прозвучит, в сторону типа хвастаюсь, но я очень легко догадываюсь о событиях, которые развиваются в сюжетной линии. Неважно, это фильм, кино, сериал. Я даже вот близко себе не представляла такого развития события. Отдельное спасибо хочется сказать автору. Кстати, я делала обзор на ее книгу «Снежный цветок загадочной веры», или как-то иначе. Я оставлю ссылку на это видео. Отдельное спасибо автору за то, что она так тщательно проработала информацию документальную о Древнем Китае, что вот все вот эти обычаи, начиная со свадебных и заканчивая миром потусторонним, то есть что по представлению китайцев происходит с душой и в зависимости от чего, то есть там те, кто умерли родами, значит, у них одна как бы судьба загробная, те, кто там замужем был, другая, то есть и вот малейшие нюансы рассказываются, вот эти вот, как делалось бинтование ножек у девочек в раннем возрасте, чтобы они потом были определенной формы, формировались. То есть все это она очень досконально изучила и очень умело передала в своей книге. И что самое интересное, книга основана на реальных исторических событиях. То есть эти люди, которые там упомянуты, они реально существовали, все это правда происходило. И те загадочные вещи, которые происходили с некими дамами, я сейчас очень боюсь спойлерить вам что-то, она нашла этому рациональное объяснение, и которое существует в нашем мире, и я, пожалуй, с ней соглашусь. Если вы любите такие книги, где вот они вас держат в напряжении просто на протяжении всего чтения, не можете от них оторваться, когда совершенно внезапные сюжетные повороты, вот если вы все это любите, эта книга совершенно идеально вам подойдет. Я ее прочитала за 2 дня, и как бы это для меня не то чтобы прям быстро, но дело в том, что я как раз в эти дни была максимально занята и могла уделить лишь немного времени этой книги, поэтому я ее читала так долго. Но, допустим, я дала почитать маме, и она ее за 1 день проглотила, просто вот не ела, не пила. Ну ладно, допустим, ела, но за книгой. Вот, пока она ее
не прочитала, и там еще в конце есть комментарии к сюжету. И когда она это читала, она про меня нашла, сказала: «Дочь, вау!» То есть совершенно потрясающе, и я не знаю, я не знаю, что еще вам сказать, чтобы вы прямо сейчас шли ее скачивать. Маленький момент, как я ее маме передавала, дело в том, что я читала электронные версии. К сожалению, мне бы ее очень хотелось иметь в натуральном виде. И у меня есть своя электронная книга, у мамы своя. Так я даже не стала. А я уже, ну, как бы к ночи, уже скоро идти спать ложиться. Я до такой степени, мне не терпелось, чтобы мама тоже познакомилась с этой книгой, что я просто пришла к ней и отдала свою просто книгу, чтобы она по ней читала, чтобы она не ждала, когда я ей, ну, она сама не умеет, чтобы она не ждала, пока я утром, значит, доберусь до этого дела, скину на ее книгу, чтобы она по ней читала, то есть просто дай тебе мою, все, читай, начинай прямо сейчас. И серьезно, ребят и девчат, я очень хочу, чтобы вы прямо сейчас шли читать, потому что это что-то совершенно прекрасное, изумительное, удивительное, чудесное, невероятное, неожиданное, потрясающее, оригинальное, я уже говорила оригинальное, совершенное, прям цимус, персик. Пожалуйста, прочитайте, ну ради меня, сделайте мне одолжение. Я буду счастлива, если вы познакомитесь с ней, и она вам понравится. Это будет много для меня значить, потому что эта книга, она невероятная. Вот видите, да, у меня даже нет слов. Вот нет слов. Поэтому я не буду заставлять себя говорить что-то еще. Я потому что не знаю, что еще сказать. Я замолкаю. Я с вами прощаюсь. До скорых книг, как всегда.